Драг-рейсинг и участвующие в нем люди вызывают большой интерес и уважение, несмотря на езду по прямой и кратковременность заезда. В драг-рейсинге существуют различные классы, но порой из мотоциклов и моторов выжимают невозможный максимум, намного больше, чем позволяет ресурс. Моторы драгбайков благодаря нитро развивают мощность свыше 700 лошадиных сил, которые в буквальном смысле слова иногда вырываются наружу. Драгбайки схожи с обычными мотоциклами, однако по сути байки, работающие на нитрометане, это двухколесные монстры, способные выдать просто бешеное ускорение, которое самым мощным серийным спортбайкам и не снилось. Перейдем к конкретным цифрам. Дистанцию в 402 метра такие мотоциклы преодолевают за 6-7 секунд, развивая при этом максимальную скорость за 350 км в час. Двигатели этих монстров также только внешне напоминают мотоциклетные, но на самом деле состоят полностью из сверхпрочных деталей, сделанных на заказ. Например, двигатели мотоциклов класса Harley для драгрейсинга также имеют традиционную архитектуру этого производителя с двумя цилиндрами с развалом 45 градусов. Однако коленчатый вал этого мотора состоит из пяти частей. Шатуны и поршни изготовлены из сверхлегких и прочных сплавов, а картеры головки цилиндров изготовлены из алюминия. И только сами цилиндры сделаны из стали. Сжатие, с которой работают эти движки, не так уж и велика, и колеблется от 11 до 12 к 1. В головках цилиндров установлены 2,5-дюймовые титановые клапана. После запуска двигатель такого монстра сожрет около 5 литров топлива только на прогреве. Оно подается на цилиндры через два сопла с постоянным потоком. Воздух управляется через 70-мм дроссельную заслонку на каждом цилиндре, который в свою очередь имеет по 2 свечи зажигания. Обратите внимание на ремни, которые окружают головки цилиндров. Эта мера безопасности была введена после серьезного взрыва двигателя в конце 90-х годов, который покалечил именитого гонщика. Помимо ремня безопасности, гонщики также обязаны носить баллистический жилет.